это наш. Значит, мы вышли на станции метро, как называется? В общем, я 4 года все время ездила. Ездила я 4 года в институт, выходила на эту станцию. Станция называется «Молодежная» на русском языке. В итоге оно такое сложное для меня название всегда было. Я никак не могла его сказать. Как ну-ка снова скажи это? На русском? На русском я уже сказала. Ерика Сардакан. Не-не, я это сейчас тоже... Я не скажу. Это... Не помню, что так много людей всегда выходило на этой станции. Студентов. Студентов, да. Еле-еле, особенно у меня такие черты жизни с собой были. У меня же был политехнический институт, факультет технической кибернетики, и уже с третьего курса пошли чертежи. И в таких специальных футлярах мы держали. Очень боялись, что мы все приобретали футляры, потому что так просто можно было помять. Вот. Мы сейчас задом выйдем на этой станции. Пойдем посмотрим Ламаджо, где мы кушали. Вообще нет, там уже нет этого Ламаджо. Пойдем тут сад, где мы встречались, да? Мы там встречались. Такая история была. Короче, мы встречались, сидели на скамейке, и мы поцеловались. И нас задержала милиция. Представляете? Милиция подошла, сказала, что мы себя плохо ведем. Причем никогда Азат этого не любил, целоваться на улице, как-то проявлять знаки внимания. Он очень такой, ну, не любил. А это что-то один раз в жизни и попались. Что они тебе сказали, Азат? Что ты разрушаешь что-то? Морально. Что-то говорят. Инструкция по поведению. Инструкция по поведению. А то я прямо попу показываю. Я испугалась, что мы сейчас увидели, что я снимаю, начинают говорить, что не снимайте. В общем, и после этого, короче, не целовались. Ой, вышли мы. Уж как это давно было, все-таки 25 лет это очень было. Да, тут тоже мы стояли. Тут я помню, что мы тут встречались. Прямо вот здесь, помню, мы стояли и встречались. Это метро «Молодежное». Ой, так все изменилось, не знаю, я... Все изменилось, короче. Вот здесь я помню. Ну, давай пойдем. Может, пойдем политех? Наверное, давай пойдем политех, чтобы... Тут парк. Думаешь, тут рядом ходили. Ничего. Знаете, у нас в группе было... В общем, когда я поступила на этот факультет, сначала в Баку, ну это... У нас было 35 человек. И нам профессор тогда по математике сказал, что... Вот здесь мы с Арменом стояли, не помню. И профессор по математике нам сказал, что... Вас, если на пятом курсе останется человек 15, это хорошо. Но такой сложный факультет был, что... Очень сложный факультет был. И мы думали, что он говорит, 35 человек останется, 15. Вы знаете, на последнем курсе, уже в Ереване, когда перевелась, на последнем курсе этого факультета осталось у нас 12 человек. Мне очень стыдно, но я очень мало кого помню. Туда пойдем, потом в политех. В политех идем, нет, в политех. Сразу туда? Да, сразу в политех. Я очень мало кого помню. Помню только девочек своих. У нас было 5 девочек. А дружили мы вчетвером. Гуар, Русине, я, Астхик. Тоже для меня очень было сложное имя. Вот. А Карина у нас девочка была. Но она как-то с нами не общалась. Она больше с мальчиками общалась. Какая-то такая девочка была. Но мне на тот момент она мне казалась грубоватой. Но очень красивый, очень. У нее такие выразительные черты лица были. Но у всех армянок выразительные черты лица. Но у нее такие дерзко красивые. Так. Ой, они на меня смотрели, слушайте, как на инородное существо. Бакинка.
Они все дети, но и я была ребенок. Я так на год старше была. А тут я еще беременная, потом животом первая. Для них я непонятно, то ли женщина, то ли я девушка. Очень настороженно. Ко мне относились практически год. Практически год ко мне очень осторожно относились. Разглядывали меня с ног до головы. Вот. А потом потихоньку подружились. И очень. Потом мы уже так подружились. Вы себе представить не можете. Друг к другу ходили домой, в гости. Когда родился Арайк, они ко мне пришли. Всем. Ну, вообще, очень мы дружны были. Ну, девочки вышли замуж. Гуар даже какой-то другой район вышла. Астахи ничего не слышно. Лусине. Ну, в Ереване осталось. Я даже не знаю, даже в соцсетях, понимаете? Но я все-таки считаю, что меня же легче найти, чем я, да, Азат? Их найду. Меня-то найти легче. Многие знали, что я на Украину уехала, во-первых. В Одноклассниках. Ну, как-то не ищут. Но даже на горизонте никто не появляется. Даже на горизонте никто не появляется. Вот. У нас такой мальчик был, Карен Памбухчан. Я так хорошо запомнила. Карен Памбухчан. Вот. Он был такой задиристый. Мне он не нравился, потому что у нас один мальчик был. Не помню, как его зовут. Очень хороший. Очень-очень порядочный, хороший. Может, что-то с ориентацией его было, что-то не то. Он приходил, этот Карен Памбухчан. У него отец, кстати, там работал. Был, математику, по-моему, преподавал. Вот. Вот политех уже. Успеем. Это наш политех. Короче, он один раз пришел и что-то прицепился к этому мальчику. И взял. Политехнический институт. И взял. Его портфель, у него такой рюкзак был, и все с портфеля кинул на пол. А тот покраснел и молча стал все обратно собирать. Вот. Я была очень сильно возмущена, практически ненавидела его за это. Не могу, когда такое творится на глазах. Вот, ненавидела его. Ему ставили оценки, потому что его отец там был как-то. А он защищал дипломную работу передо мной. И, ну, там комиссия была, комиссия же знает, наверное, своего отца. Короче, он на элементарные вопросы, такие, что на втором курсе даже изучает, этот Карен Памбухчан не мог ответить. На элементарные. И глава комиссии, помню, такой мужчина был, лысый. У него было, на лице было написано, ужас, боже мой, как это так? Я-то должен ему сейчас поставить оценку, но это же уникально. Не знаю. Что с этим сейчас с Кареном? Я думаю, жизнь все-таки отредактировала жизнь. Вы заметили, что жизнь редактирует со временем поведение людей? Караоке-клуб. Вот. Так что не знаю, что вам сказать. Ой, так тяжело было в этом политехе учиться. Я помню, 5 лет мы приучились. Мы все вот эти 4 девочки стали около окна. Вообще мы периодически говорили, боже мой, это же угораздило нас поступить в политехнический институт на самый сложный факультет, вот на самый сложный. Нет, чтобы, потому что у всех нас были друзья, знакомые, которые учились в других институтах, и там не было так сложно. Или учились, например, в политехе машиностроительный факультет там. Какой-то такому геолога, что такое. И там вообще люди, ну, приходили, получали удовольствие, уходили, гуляли. А мы пахали. Попадались такие педагоги, ну, сопромат, тое, кто вот знает, тот понимает. Да. Вот впереди наш факультет, наш корпус. Вот. Ну, где-то здесь мы с Азатом встретились. В общем, познакомились. Ну, да. Вот. И... Ну, не знаю. Да, и мы думали, мы чуть ли не клятву давали, когда мы закончили, потому что никогда в жизни, что закончили, когда мы дипломную закончили, все, ни за что. И много лет спустя меня угораздило
попасть в юридическую академию, где также было сложно, только там гуманитарии были. Вот. Я не работала по специальности. А зачем мне работать? Я нашла там свое. Политех, я нашла мужа. Все. И хватит. Вот и сыграл. На, принеси. Вот и сыграл. Ну ты же говоришь далеко. Вот и сыграл политех такую роль. Я нашла там мужа, который очень довольна. Сейчас мы идем со Задом в корпус. Идем в корпус. Вот студенты. Мало студентов, может уроки? Может уроки, неважно. Педагоги были у нас хорошие, грамотные, интеллигентные. Вон дальше родина мать. Боже, сколько я. Здесь, вот, пожалуйста, видите? Есть пульпулак. Я спросил у молодого, говорю, что за здание? Ага. Он говорит, это Матенадаран. Я говорю, это же новое. Говорит, нет, это он настолько молодой, для него это старое, оказывается. Это что? А для меня это новое. Его не было раньше. Представляешь? Насколько мы уже взрослые. Ну, конечно, за полвека прожили. Прожили полвека. Ой, я не завидую тем, кто тут учится. Это, конечно, умные ребята, но кто учится нормально. Пятый корпус. Такие. Пятый корпус, да, так и есть. Это наш институт. Сколько тут? Национальный политехнический университет Армении. О, зеркало, боже. О, на том же месте зеркало. Вы видите, как у меня сарафанчик? Не сарафанчик, а комбинезон такой. Тут еще ремня не хватает, но все равно. Что интересно? Что интересно, зеркала на том же самом месте. Зеркала. Может быть, даже это те самые зеркала, да, Зад? Вот там дальше туалет есть. Да, наверное, те самые зеркала. Ой, все-таки я постарела. Постарела я. Мы это, с какой аудиторией часто встречались? Я не помню, Азат. Наверху. На втором этаже. Не помню? Нет, Азат, я постарела, все. Я расстроилась. Уже после 50 в зеркало надо меньше смотреть. Не расстраивать. Да. Сильно я постарела? Нет. А что ты скажешь, да? Да. Тоже мне. Не, Азат, так постарела? Ну, уже сколько лет, что ты хочешь? Ну, не сильно, может быть? Не сильно. Ты совсем не постарела. В общем, я выпросила. Подала подсказку. Ты вообще не постарела. Может быть, не сильно постарела, представляете? Вот тут столько. Да, те самые лестницы, все то самое. Те же самые, да. Лестницы, камни, те же самые. Все то же самое. Ой-ой-ой, вот на втором этаже мы очень часто, вот в этой аудитории мы были. Да. Там что-то какие-то уроки еще проходили страшные. Да, сейчас идет, видимо, этот. Видимо, сейчас занятия идут. Ремонт тут, да? Да, мало что изменилось. Те же самые двери. Ну и прекрасно. Такое же? Боже мой, Азат. Никого нет. Все то же самое. Даже парты? Даже парты, то же самое. Не, может, новое есть. А? Ну, здесь, короче, неужели здесь занимаются? Те самые парты. Абсолютно то самое. Годами тут все написано. Я тут где-то сидела. По-моему, даже я здесь сидела часто. Да, вот я любила сидеть на третьей парте. Здесь точно, здесь очень часто были занятия. Здесь очень часто были занятия. Да. Я сидела на третьей парте. Ручку нашли. О, боже, какое счастье, мы ручку нашли. Я заберу эту ручку. Да. Память какая, конечно. Зачем? Не знаю. Думаешь, 100 лет лежит. Вообще, ладно, зачем? Вдруг вернется за ручкой. Это не память, в принципе. Да. Студентам она нужнее. Студентам она нужнее, точно.
Я не выхожу уже, подожди. Да, вот, вот здесь очень много людей сюда собирается. Это же надо. Здесь, рядом. У нас был преподаватель Хурхурова, я, например, помню. Здесь деканат. Ширинян. Где деканат? Пожалуйста, расписание. Лифт, помню. Вот в этом лифте я стояла. Вот сначала я здесь стояла и так пошатнула, но это было на 7-м этаже. И здание во время землетрясения очень сильно пошатнулось. Очень сильно пошатнулось. И я тогда, мы тогда подумали, ой, что это? А так как мы стояли несколько нас человек было, никто не мог подумать, что у него одного голова там закружилась. Было понятно, что что-то не то происходит, но мы тогда еще не знали. Мы тогда еще не знали, что это землетрясение. Спокойно сели в лифт. Представляете, что-то случилось в лифте остаться во время землетрясения. Вон туалет. А скажите, пожалуйста, а вот эти заведения, вот эти аудитории, я просто здесь раньше училась 25 лет назад, они такие же, нового ничего нет, новой аудитории? Ну вот той аудиторией занимаются люди? Да. То есть занимаются. Ну вот, я думала, может, не занимаются, а говорят, что занимаются. А новые есть аудитории? Новые аудитории бывают, есть, да? Внизу, да. А все остальное так же? Не знаю. Вы не тут, да? Нет, я... Вы кто? Новенькая. Новенькая. А мы старенькие. Вы новенькие, мы старенькие. А давай зайду я в ту аудиторию, любую зайду. Ну, сумку возьми, ладно. Здравствуйте. А русских секторов нету уже в институте? Что? Русских секторов политех нет? Уже нету, да? Уже давно нет. Наверное, 25 лет назад было. Русских секторов еще тогда было мало. Азат русских секторов уже нету. Нету? Русских. А есть Хурхуров, работает тут? Хурхуров. А Ширинян? Это радиотехнический. А что, уже педагогов всех нету уже? Наш деканат вон там, в конце был, справа, радиотехника. А у вас какой факультет? Вычислительная. Вычислительная техника? Вычислительная техника. А техническая кибернетика есть факультет? Да. Есть, да? У нас это, мы тут... На 7-м этаже, да? Ну, я закон. На 7-м этаже у нас был. Это наш дом. Я не пойду, мне грустно, я не пойду. Сейчас уроки. Да, не пойду.